Всем огромный привет! Очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня в меню салат оливье, только не обычный, а летний, более легкий, с большим количеством свежих овощей. В жаркую погоду самое то, что нужно. В правом нижнем углу экрана есть кнопка подписки на мой канал. Присоединяйтесь, будем с вами готовить вместе! Майонез для салата я использую домашний. Рецепт в правом верхнем углу экрана и ссылка в описании к видео. Обязательно приготовьте, он получается намного вкуснее магазинного, а делать его совсем просто. Картофель нужно отварить, остудить и нарезать на средние кубики. Складываем его в миску побольше. То же самое делаем и с морковью. Отвариваем, остужаем и нарезаем. Нарезанную морковь отправляем в миску с картошкой. Луковицу нарезаем на мелкие кубики и отправляем в миску к овощам. Свежие огурцы нарезаем на не очень большие произвольные кусочки и кладем их в миску. Зеленый лук меленько нарезаем и кладем в салат. Куриное филе заранее варим и остужаем. Нарезаем кубиками и кладем в миску с салатом. Далее нарезаем сваренные вкрутую яйца и кладем их в общую миску. Туда же отправляем консервированный горошек. Его можно положить немножко, а можно и побольше. Теперь салат нужно перемешать, и он почти готов. Листья салата рвем руками на довольно крупные кусочки. В небольшую мисочку откладываем ту часть салата, которую будем подавать к столу. Кладем побольше порванных салатных листьев, солим, перчим по вкусу и заправляем майонезом. Как я уже говорила, майонез у меня домашний, он очень вкусный. Для салатов я его делаю не слишком густым.
Перемешиваем, и салат готов, можно подавать. Оставшийся салат можно поставить в холодильник и также заправлять и добавлять зелень непосредственно перед подачей на стол. Такой салат получается намного легче и сочнее, чем обычный салат оливье. Попробуйте его приготовить, и я уверена, вам он точно придется по вкусу. Кому понравился мой рецепт, ставьте пальчик вверх и не забудьте нажать на колокольчик возле кнопки подписки. Так вы будете получать уведомления о выходе новых роликов на моем канале. Всем хорошего настроения и приятного аппетита! До встречи в следующих видео!